хорошо. Мам, давай я помогу. Всем привет! Вы на канале Анютка Малютка. Сегодня мы снимаем вторую часть скетча «Какие мы сестры. Ожидания и реальность». А вы не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайкосики. Если вы хотите, чтобы мы больше снимали для вас скетчей, то давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И мы начинаем. Но сначала хочу рассказать о клевом канале про двух сестренок. Они прям как мы, а младшую зовут Маша, так же как меня. Лиза и Маша снимают смешные скетчи, челленджи и влоги. Сестрички все время придумывают новые забавные истории, которые поднимают настроение. Кстати, Лиза настоящая певица и снимает влоги с международных конкурсов. А еще активно общается с подписчиками в Инстаграм. Подписывайтесь на канал Лиза Лайк и нажимайте на колокольчик. Ссылочка в описании. Маша, расчеши меня. Хорошо, давай. Ой. Все пойдет? Да, пойдет. Расчеши меня. Зачем тебе расчесывать? У тебя нормальная прическа. Вечно ты тебя не допросишься. А, ну ты не видишь, стул стоит, можно же взять, подставить и самой достать. Ой, вот какая! Вечно тебя не допросишься. Ну смогла же сама. Конечно, такой сестрой. Девчонки, Аня, Маша. Что? Поели, но к маме кто будет помогать? Аня, иди ты сегодня помоги маме. Ну ладно, надо доприграть. Хорошо. Мам, давай я помогу.
помогать. Аня, иди сегодня ты. А что я? Иди сама. Я и так все время маме помогаю. Иди теперь ты. Я вообще не умею посуду мыть. Хватит тебе уже в айпаде сидеть. Давай, давай. Все ясно с вами. Сама буду убирать. А тебя куда стукнуло? Да никуда, нормально. Не видишь? А там ты меня стукнула! Надо вообще смотреть, куда ты несешься! А я чё? Ты сама носишься! Я из-за тебя забыла, куда я шла! Ну, поздравляю, значит, память сошибла! Ну и что? Давай, Аня, одевайся быстрее! Я и так одеваюсь! Ладно, давай. Пойдем. Проходи. Маш, помоги. Аня, что сама не можешь? Короче, я пошла, я буду на площадке приходить. Машка, Маша! Ну застегни мне! Никогда больше не пойду с тобой гулять никуда. Пойдем. Ты сделала уже уроки, что ли? А я нет. Да, я уже в понедельник приду в школу. Ну что, вообще не смешно. Маша, с кем ты там долго так болтаешь? С Настей. А? Аня, маме не говори, что я с мальчиком разговариваю. Аня. Вообще. Аня. С кем она так долго болтает? С Настей. Да? Аня, маме не говори, что я с мальчиком разговариваю. Аня, с кем она так долго болтает? С мальчиком болтает. Да ты что? Маша, а ну-ка прекращай все разговоры. Что же написать? О! Аня, значит, я нарисовала. Тебе нравится? Да. Я тоже хочу так научиться рисовать. Научи меня так рисовать. Аня, давай открывай чистую страницу. Я тебя сейчас научу. Сначала рисуешь голову, такой круг. Потом вот волосы, вот так вот. Аня, смотри, как я нарисовала. Тебе нравится? Красиво. Фу! Ты вообще не умеешь рисовать ничего. А ты типа умеешь, да? Да, смотри, какие у меня воздушные шарики. А что, вот это некрасиво, да? Нет. Да это ерунда какая. Вот какой у меня салют летит. И шарики воздушные. Ой, ничего ты в этом не понимаешь. Да. Как у вас
девочки, дела? Хорошо. Хорошо. Мам, представляем, сегодня тесты. Мам, знаешь, мы я записали была... тесты, короче. Аня, ну можно я сначала скажу? Я же первый начала. Ну ладно, говорим. Так вот, мы сегодня писали тест. Там, короче, и там так сложно было. Я даже не знаю, какую оценку я получу. Все, теперь ты, Аня, говори. Мам, ты знаешь, что я в садике танцевали пап? Чупа-чупсики. Круто. Мама, представляешь? Мам, знаешь, я была в Аня, пап? Аня, я же первая начала говорить. Я скажу, потом ты скажешь. Я вообще забуду, что я хотела сказать. Аня, ну это же не значит, что нужно перебивать. Мам, короче, слушай меня. Мам, знаешь, я знаю, что ты сегодня тест написали, но просто там сказали, что так... Пойду у Мани спрошу, нравится ли ей мой маникюр или нет. Вау, красиво! Ань, ну как тебе мой маникюр? Да, красиво. А мой нравится? Ну тоже прикольно. Аня, а тебе нравится мой маникюр? Фу, черный! Надо вот такие розовые делать. Это вообще не маникюр, а какая-то ерунда. Кто красит черным цветом себе ногти? Ты что вообще? Да это ты, кроме своего розового, цветов не знаешь. Всем привет! Вы на канале Анютка Малютка. И сейчас у нас первый раунд. Давайте играть на сарафан. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ты проиграла. Давай проиграем, давай заново. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ладно, три. Я вообще буду одна сниматься. Маша, почему дай мне книгу? Какая книга? Вот, на... Петя и медвежонок Потап. Мужик поехал в лес репу сеять. Паша там доработает. Маша, почитай мне книгу. Какую книгу? Петя и медвежонок. Не буду читать, я всегда спать хочу. Сама прочитай и посмотри картинки. Ну, Маша, я-то не умею читать. Сейчас я тебе что-то дам. На тебе азбуку. Давно пора уже самой читать. Да ну, спать буду.